У нас еще не все обучение было, там еще какой-то бой будет. Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Привет, бабуль. Мы ведь друзья, правда? Я ждала тебя. Ждала, да. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно и пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе. А ты помоги мне. Не, ну мужик в Man of Medan, конечно, явно поприятнее был. У тебя нет карт, так что я ничего не смогу показать. Присмотрись. Карты ждут. Сперва помоги мне, затем мой черед. Мы ведь с тобой друзья. Твои слова. Ищи лучше. Карты ждут тебя. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Помоги помочь тебе. И помни, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ладно. О, да, достижение пролог. Ну все, сейчас будет новая группа вожатых, я так полагаю. Hate Quarry Forever! Сейчас понаедут студентики в летний лагерь, будут тут бухать, а у меня ничего нет дома. Максимум там одна баночка какая-нибудь. Чао! Пока! Покеда! До встречи, народ! Да! Hate Quarry Forever! Это же все актеры, да, наверное? Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Задумчивость. Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос там... Не знаю, боги. Типа умный. Боги космоса. Ну да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну чё, бросила, да? Так, хорош. Салют, Эмма. Хай. Так, это... Ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. Так, а чё, как понять, за кого играю? Чё, забрать оставшиеся сумки? Выбранные пути, да? Лора и Макс. Над законом. Выстрел в темноту может иметь неожиданные последствия. Длинная рука закона тянется к вам, и лишь от вас зависит, что в нее вложено, оружие или оливковая ветвь. За мужика видно же. Вот, да, Джейкоб. Ну, только задача. Настройки это просто настройки игры. Что еще? Ладно, меню лагерь, что-то здесь карта даже есть какая-то. Дион, Эмма, Джейкоб, Кейтлин, Ник и Райан. Дома в лагере. Дома в лагере.
Эбигейл. Коттедж. Центральная постройка летнего лагеря Хэкэс Квори. Здесь отдыхающие едят, занимаются и участвуют в различных мероприятиях. Кроме того, здесь расположен медпункт на случай ушибов, царапин. Дома в лагере. Отдыхающие проживают в домиках под присмотром команды вожатых. Огромное дерево, вокруг которого построены дома, символизирует рост воспитанников лагеря Хэкэс Квори, их превращение в жизнерадостных хэкетеров. Карты Таро я так и не нашел. 22 штуки, нифига себе. Джейк, Рейди сумки, Файк, привет. Вперед. Джейкоб идет наверх, берет сумку. Кейтлин делает свои дела. А, я думал эти сумки взять. Я... Ладно. Ну, карту уже упустил, да, я, она так сказала, что у меня ее нету, типа, я тоже подумал, что, наверное, в прологе была. Ну, почет лежит. А что убивает оленей? Уведомление о том, что последние годы популяция оленей сократилась, сезон охоты приостановлен до тех пор, пока их численность не начнет расти. Мужик сказал, что это был олень, а их тут убивают, и у них че... Это был не олень. На дороге. Ну все. Все, что нас не убивает, да, делает нас сильнее. Это. Не лучший момент. Не соберем 100% вещей, переигровка. Ага. Так, ну интересно, что тут? Ты что тут сидишь? Если верить местной газете Nordkill Gazet, загорелось несколько тюков сена. Привет. А что ты слушаешь? Не успели они опомниться. Ясно. Блин, включи фонарик, что ли. Мне ничего не хочешь сказать по поводу двери. Наша давай еще раз попробуем. Алло. Охрененно. Ну, как хочешь. Можешь быстрее подниматься? Ох, третий раз спросим. Там еще какую-то инфу говорили. Что-то про шерифа, мальчика какого-то. Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело. Мы как раз ремонтируем дверь. Она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама Дилан, открывает. Ты... Бро, прости. Да, спасибо. Вбивай ему дверь. Они ее заперли? Козлы. Че они его так не любят? Двадцать восемь спрашиваний, ты действовал наверняка. О, здрасте. Летний лагерь был основан в 1953-м. Спустя почти 70 лет по-прежнему открывает свои ворота для отдыхающих. Всегда этот established хочется почему-то прочитать как estimate, типа примерно в каком-то году. Да. Да кто захочет уезжать отсюда?
Прям открытка, мать ее. А предыдущие главные герои с радостью бы отсюда уехали. Да, Рузанов, я знаю, что эстаблиш, но вот мне почему-то всегда хочется сокращение по-другому прочитать, не знаю почему. Ужасы. Ненавижу ужасы. Ужасы весело. К рассвету они умрут. Чак Марвин. Было бы желание. Орсон Линч. Пушки наголо. Роман Бойл. Самые странные факты в мире. Джеремайя Уин и Джинни Адамс. Кровавое письмо. Нэнси Строуд. Когда волны отступают. Стирлинг Хэнсон и так далее. Так, там еще и страницы дофига. Монстр убийца. Вскрытие. Ладно, я сомневаюсь, что нам это понадобится. Инфа, не знаю. Скрытая реклама книг, но это не точно. Не факт, что они настоящие. Какое лучшее интерактивное кино в игровой индустрии, на твой взгляд? Я бы, наверное, сказал Детройт, но меня так задушили перепрохождение его. Вообще, мне всегда нравился Life is Strange, самый первый. Наверное, потому что я девочка-подросток, когда-то был и когда-то проходил эту прекрасную серию для девочек-подростков. Камера, да, камера отвратительная, мне вообще не нравится. Может, разрабы игры были написаны в авторах, может быть. Я Heavy Rain с первого раза не так сильно прям полюбил. В чем прикол? Нафига? В мою защиту, А, это Дилан придумал, и Б, было очень смешно. О, да, надо же, ты в этом уверен? А, такие правила. Похер, короче, ты мне с сумками поможешь? Не, мне надо дождаться мистера Хэ с нашими телефонами. Господи боже, ладно, что у нас с лестницей? А, видимо... Чтобы не дать енотам и прочим паразитам тут все разнести. Мистер Хэтек сказал. А, тоска. Дилан, это ты? Я не настолько многозадачен, Джейк. И ясно. Дверь ты откроешь обратно? Я что-то ее найти не могу. Странный. Странный лагерь. Локивер, привет. Ну и... Видимо, нет. Каминчик. Тут бы ремонт не помешал. А! Боже. Там наверняка что-нибудь спрятано. Секретка в камине. Ну попробуй еще раз, не? Клёшный. Досконально будешь проходить? Ну да, в таких играх надо все изучать. Пытаться каждый уголочек. Я нашел сумки. Я понял.
Посмотри в медведя. Все, я же не знал, что это сумки, которые ты берешь, и все, и сцена заканчивается. Ну все. Я думал, это лестница, он опять на нее посмотрит и скажет: о, там опять все заставили. Этими, ну да, ну, привыкай. Второй Боже, этаж не забраться. Ну, зато честное. А, ну все. Ну, началось. Так, ты ведь не все про вас, Сэм, и рассказала, сынок? А, я понял. То есть, по-твоему, это я не все рассказал, да? О, Джейк, за такой вопрос может прилететь в нос. О-о-о. А, извини, отвлеклась на рифму и забыла, о, о чем не-не-не. Мы... Не-не-не, ты как раз говорила мне, как ты запала на Райана. Стоп. Мы о Райане, инструкторе, сексуальном, мрачном одиночке, который вообще не в моем вкусе? Сексуальным. Так, сексуальным, да? Вообще чистый секс. Конечно. Слушай, мы с девчонками в комнате еще на второй день все решили. Первый Райан, потом я, потом Дилан, Эмма, Эбби. Так-так. Ник, мистер Хэ и... Ага, ты почти закончила. Да, продолжай. Нет, это все. Все здесь. Так и что, она реально тебя бросила, да? Ну, не знаю. Она такая, как мы будем, разные колледжи, все такое, бла-бла-бла. Ну, а я такой, ну, знаешь, давай попробуем отношения на расстоянии, бла-бла-бла. Она такая, Джейкоб. И зыркнула тогда. Ага, типа, пипец. Да уж, не хочу расстраивать, но ты поселился у нее под каблуком. Вот как она это делает? Это просто роман. Храбрость. Да ладно, чего ж там. Знаешь что, может, ты права. Может, у нее есть типа власть надо мною. Ну вот что. Я не против. Не против. Есть. Отрицает очевидное. Есть. Тут такие сильные пары зависти, просто дышать нечем. Что, простите? Что, видимо, кто-то просто недостаточно крут, чтобы тусить с альфа-самцом. Ну, ты прям очаровашка, да? Кроме того, что его тут... все что-то как-то гнобят. Лови момент. Я просто не понимаю, что ты не подкатила к Райану. Надо было ловить момент. Как поймать момент, которого не было? Ну, тогда нечего ждать, пока он наступит. Его нужно создать самой. Ах да, все лето бегать за моментом, как озабоченный кобель, чтобы тебя в последний день бросили. Кейтлин, по тебе скучать не буду. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй! Что нас не убьет, сделает сильнее. Тебя я не убила. Пока. Но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Так, ну, чисто теоретически, если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь. Как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод. Или... вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным мудилой. Ясно. А, слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается? Ну, под маленьким черным колпаком с ты проводами. Ты вообще знаешь, и зачем? Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да. Ну вот и проверим. Ну ладно, давай бегунок. Ну хотя бы вернуть можно, правильно? Идем со мной, дружок. Верну на место завтра. Все будет норм. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник!
А ведь взял и поймал. Бум! Оу! Полетел. Другой телефон уронил. Чувак, красавчик. Жаль, у меня нет баксов. Блин, со всех сторон, придурки. А, слава богу. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. Мурнингтон. А быть брошенным сюда подходит? Жестко. Лица. Ай, да пошел ты. Ой, пошел ты. Извини, я без обид, чувак. Я не хотел обидеть. Ну, готовы ехать. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить. Скажи, Ник, ты намного умнее меня. Ты горячий, да, мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. Бот, спасибо. Спасибо большое за донатик за 1к. Вау. Я еле заметил, а то у меня звуки не отображают. У вас есть звуки, да? Все. Спасибо, спасибо большое. Напугал. Хорошо. Ну, привет, подружка. Докладывай. Все, официально синдром пустого гнезда. Дай 5, красотка. Я успел. Боже, тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. Глоб бы своего парня попросить дверь открыть, может быть, он бы справился. По-моему, план действий очевиден. Найти ключ, вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. Ну, чё, надо забирать? Ладно, давай. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. Ну и что? Решит, что это медведь, например. Ты тут видела медведей? Нет, но это не значит, что их нет. Аргумент. Ну ладно, поехали. На счет 3. 1, 2. Я думаю, у них ничего 3! Не получится. Эх. Самое главное — мыслить позитивно. Зачем я тебя слушаю? Я всегда права. Ты уверена, что подумают на медведя? Эмма гордится вами. Боже мой, да расслабься, мы никого не убили. Ладно, так, я еще раз быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? В прошлый раз пара, сломавшаяся замок Хэкета, закончила плохо. Да, не очень хорошо. О! Изи его любила. Я хочу поиграть! Супер крипово. Не, оставайся лучше здесь, уродливая хрень. Хотя наверняка где-нибудь пригодится кому-нибудь отдать. Тут какие-то монстры ходят. Может быть, можно было монстру всучить. Как это в новости попало? Обрывок газетного заголовка. Местные газеты, Нордкилл газет. Похоже, выпуск старый. Что-то о пожаре. Это случилось здесь, в Хэкет Сквори. Для отвлечения внимания. Да, как вариант. Угу. Ну ладно, может, я еще передумаю. Сложно поверить, что я буду скучать по этим жестким пружинам.
Ну и не скучай. Все-таки забрать, или уже не дают? Уже не дают. Все. Путь выбран. И обновлен. Так. Ну, я не знаю, куда конкретно надо, но... Да, Андамин, я это заметил. Будет странно не слышать по утрам объявлений Дилана. Ну, Рари, привет. Если она сейчас скажет то же самое, то я не буду дважды кликаться в предметы. Почему девушки все ходят с такими маленькими рюкзаками? Они же, типа, всегда ноют, что карманы маленькие, вообще нет места. Почему рюкзак такой? Не знаю, но он действительно выглядит бесполезно. А ну перестань! Что это красиво. Наверное. Я не знаю. Ну, типа, норм. День здесь карта спрятана. По-любому. Прям за домом. Это еще спина болит. В этих интерактивных кинчиках постоянно такая пустота. Вон там вот может, кстати, что-то быть. Ну или нет. Что такое? Это какой-то пень. Засмотрите крылышки, какие на рюкзаке красивые. Она вампир. Вампур. Что, в другие дома есть смысл пытаться заходить? Вампира играл, вампур который, да, проходил. Ну и нудятина же была на релизе. Не знаю, может потом пофиксили как-нибудь. Поинтереснее сделали, но... Такое. Обучение открыто. Доказательства. Все любят узнавать тайны, и в Хекетскуори они тоже есть. Эти леса хранят секреты, раскрыв которые, вы сможете избежать уголовного преследования. Знаете, ведь вашим рассказам никто не поверит, если у вас не будет серьезных доказательств. Пора начинать расследование. Снимайте или ищите другие улики и докажете, что невиновны. Или нет? Окей. Оу, надеюсь, Джейкоб этого не видел. Пустой флакон с неприятным запахом. Фу, что это? Это Дилана? Ой, юй, наркоман.
Что там и кто-то плюс Эмма, Джейка плюс Эмма навсегда на лето. Ever. Summer, все, я понял, я не сразу увидел, что она зачеркнула. Улер, Тей, спасибо за рейд. Меня сегодня, я алерты не слышу. Здорово, здорово всем, приветики. Приветы, приветы. Мы сегодня смотрим кинцо. Не знаю, долго ли. Немножко лениво. Хотя это, казалось бы, всего лишь кинцо, но мне что-то хочется какого-то более шонового геймплея. Хотя я даже в барабаны не заходил. Саня, привет. Не знаю, зачем я забираюсь в эти дома. Сейчас и у нас алерта не было. Я не знаю, что-то поломалось. Сегодня, я говорю, сегодня свет отрубали, может, каким-то образом. За это он странно. Оп. А, мы типа с ней и уезжаем на какой-то там... там каком-то мини-джипе. Судя по 2,5 часа стрима, ты даже до середины не дойдешь. Да, возможно. Я не особо планирую прям супер долго. Я где-то часов до 6, потом, наверное, в тифтишку пойду, почилю. Да не умирал я. Оп. Кажется, за лето так и никто не побил рекорд Кейтлин. Лучшие стрелки. Кейтлин. Так, я понял. Если у нас будет пушка в игре, надо доверять Кейтлин. Эту пушку, если что. Пушке нельзя доверять никому, кроме себя. Смотри, топ-3. Блин. Хорошая мысль. Если я еще запомню их всех. Кейтлин, Джейден и Чесни. Сложные имена я уже забыл. Ну, сколько тебя можно ждать? Ты готова? Капец, у нее губы. Уф. Ну, поехали. Готова. Где она в детском лагере успела губы накачать? Свобода нас ждет, подруга, пора отрываться. Так это не челюсть, ну или челюсть, да. Что ж ты такая крутая, борзая, самоуверенная? Да это игра, то, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти. Притворяться значит быть собой, но громче. Ты тоже попробуй, кто знает, кого это впечатлит. Не, все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Блин! Ну ты рулишь, Текс. Пардон? Да я же успел. Ладно, теоретически. Если я все же решу открыться, что если ничего не выйдет, как у вас с Джейкобом? По правде... он милый. Но вы расстались. Летний роман между нашими школами 4 штата. Он понимает. Ну да. Но это мы. А с Ником может быть иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе 93? А что не так? Я буду скучать, Эбби. Эй, 93-го года рождения. О, чё? Стой! Но коттедж же ведь в той стороне. И, возможно, мне даже 93. Что? Давай, красивый путь. Последний победный круг по лагерю. По крайней мере, так себя чувствую после зала особенно. Живописный путь. Ну, поехали.
Yes. Ладно, а в чем победа? 2 месяца без технологий. А мне понравилось быть офлайн. Фу, мне нет. Как и моим подписчикам. Я тебе верю. Знаешь, а я тебе верю. Эбби, это что, комплимент? Перед тобой не устоять. Даже я бы подписалась. Сила харизмы. То-то же. Как будешь дома, подпишись, поделись и лайкай во всю мощь. Сразу все. Кажется, я погорячилась. Нет, ты можете то же самое сделать у меня на ютубчике с гайдом по Ханкаю. Обязательно. Если еще не сделаю. Обожаю. Кострище? Нет, остров. Так уединенно. Это дым там? О. Кому-нибудь сказать? Да, вроде все под контролем. Наверное, мистер Хэй сжигает старый хлам перед тем, как закрыть лагерь до лета. Да. Кстати говоря, пора бы нам вернуться. А, да. Боишься, что Ник, ну, уедет без тебя? Да нет, наверное, все только нас и ждут. Ага. Все нас ждут. Да, все. Ник. Все. Ник. Без разницы. Я не помню, кто там из них кто, но это, наверное, такой блондинчик в красной футболке был. Твой гайд по Ханкаю, спасибо за видос. Вам спасибо, что посмотрели. А, надеюсь, реально поможет. Для геншинеров-то вообще все понятно будет в Хонке. Вон спокойно, вот этой вот красной. Спокойно, Джейкоб, все в норме. У меня полный заряд. Или так вот что... этот. Вот, сука. Ну ты дурак. Все перестали покупать зарядки? Все равно сигнала нет. Покрытие тут сгулькин хрен. Это ты про свой? Что? Нет. Неважно, я что-нибудь выжму из мистера Хэя перед поездкой. Темненький ты. Что-то фу. Что-то фу. Да, согласен. Здорово, как игру приобрести? Нет. Привет. Понятия не имею. Ага. Мне ключ прислали разраба. Какой любопытный. Не слушай ее, прошу. Поехали. Вот только надо эти сумки загрузить. Ой, давай я тебе, давай помогу. Я справлюсь со своей сумкой. Спасибо. А ты уверена? Если что, мне совсем да не сложно. Да она и сама прекрасно справится. Мы обе справимся со своими сумками. Спасибо. Ля, какие самостоятельные. Чё? Расстались и расстались. Что, с сумками не помочь, что ли? Просто, типа... Я хочу ткнуть. Эбби, тебе помочь? А, тёмненький, да. Вот этот вот, да? Можно? Не тот, который спасибо. Слева. Ну всё, ну ладно. Ну, я так сразу и подумал. Каев, разрабы присылают ключ рустримерам, при том, что в Стиме, в России в Стиме игру не купить. Смешно. Согласен. Эй, Райан, видел кто? По-другому ситуацию не описать. А, да, наверное, сидит где-то, весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, у тебя интернет откуда? А про что? Про меня? Да, про что? Может, про меня? Ты думаешь, я слушал подкаст про тебя? Если про кого-то это будет подкаст, то про меня. Ага, подкаст «Как выглядеть и пахнуть, как жопа». О боже, ты как дошкольник. Зато не выгляжу и не пахну, как жопа. Нет, он про паранормальное. И что странно, тот эпизод был про это место. Про каргу Хекетскуори. Про какую еще каргу? Что за карга Хекетскуори? Не знаешь про каргу Хекетскуори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про каргу Хекетскуори. Вряд ли она хочет слушать про каргу Хекетскуори. Может, уже хватит повторять карга Хекетскуори?
Это просто детская страшилка. Там, короче говоря, одна старуха, ну, погибла в пожаре когда-то там. Кажется, и бродит по лесу в поисках своего сына. Говорят, кто-то слышал шепот, типа того, а рядом проплывал силуэт, классика, да. А еще говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Или убьет, или не уверен, непонятно там, вот. Карга Хекетсквори. Ты это выдумал? Все было в подкасте. Cool story, бро. Опять он всех подкалывает. Да, знаешь лучше? Да не, я же без сарказма. Я рассказал не так. Не надо. Я просто не так выразился. С этим стоит поосторожнее. Все так и есть. Да ты гонишь. Чего ждем-то, хакетеры? Почти все, мистер Хэ. Живее. Ну-ка, одевайтесь. Простите, мистер Хэ. Нам надо было освободить сумку. Хоть он весь надутый, как будто если бухает каждый день. Если бы кто-то не тратил день. Столько времени на охмурение девушек рассказами о призраках. Нечестно. О призраках? Карга Хекетсквори. Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. Блин. Си Хекет. Когда-нибудь я голову забуду. Короче, владелец лагеря. Надо в офис вернуться. Поможешь мне, Райан? Да. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку в дороге нет, послушать? Не выйдет. Не круто. Ну, отстой. Это вообще не круто. Слышь, блин. Чувак, да я самый крутой братан во всем мире, блин. Мне просто нужен музон в дорогу, блин. Ладно, хватит. 5 минут. Мне смешок очень натуральный минут. Был, знаете? Вот. Он сказал нет, Дилан. Да, я понял, просто... Прям вот на студии собрались все люди, да, вот, которые озвучивали персонажей, такая, зачитали такие, озвучили вот этот момент, и челы фоном такие... Вот смешок был очень натуральный. Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить. Ой-ой-ой, я что, уволен? Нет, я просто, ну, насчет того разговора. Об этом позже мне надо ответить. А, да. Да. О, простите. Алло. Ему тоже из фитнес-хауса звонят. Слушать подкаст или подслушать? Потому что это дети. Нельзя слишком на них давить. Они уже почти уехали. Время уже на исходе. Нам нужно, чтобы... Да придержи ты, блин, коней, ладно? На нашей стороне все в норме. Мы с Бобби собрались. Если он рядом, мы его возьмем. Зря время тратим. Мы оба это знаем. Нет, должен был? Затих он. Видимо, не высовывается. И, кстати, чем дольше я с тобой болтаю, тем позже избавлюсь от этих чертовых детей. Да, конечно. Адиос. Чел, отойди от двери, типа... Простите, я не слушал, я просто ждал, то есть услышал, то есть какой не слышал, тупой. Что... Какой он тупой! Расслабься ты, входи. Извини, что был рисковат. Вам помочь искать ключи? Нет, конец лета, куча дел. В общем, что ты хотел? А, да, я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне
оставлять сестру с бабушкой и дедушкой, ведь я в кампусе буду жить, и мама неизвестно где, так что я бы не хотел оставлять Сару одну. У нас семья и так небольшая. Ну, семья — это важно, Райан. Вот черт. You alright? У вас все в порядке? Вечером свидание? Ох, блин. Если бы ты знал. С Каргой из Hacked Quarry. Зачем я был вам нужен? Ты один из моих любимых вожатых, Райан, ты знаешь? Хороший парень. Но знаешь, сколько родителей мне звонит? Сколько писем присылают об испуганных детях, уехавших домой? Я про это не думал. Хочешь верь, хочешь нет, но распугивать детей из лагеря вредно для бизнеса. Так что, может быть, поменьше историй о призраках? Ну ладно. Простите, я не думал, что все так серьезно. Нужно понимать последствия своих действий, дружок. Это часть работы вожатого, лидера. Они же с друганами об этом разговаривали, а не... Так, минуту. Ну все, за мной выехали. Да. Лучше же просто пойте кумбайя, ладно? Что это? Вы что, больше не поете кумбайя? Охо-хо, вот и выросло поколение. Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Да, окей, ну да, ладно. Да. Лучше не подвергать вас риску. В лесах полно дичи, а охотники только и ждут, пока лагерь закроется. Мало ли что. Черт побери. Чем? Когда тут интересно это начнется, когда мне за попкорном идти? Вообще просто покушать на самом деле хочу. Уйти. Дурацкая затея. Тут глуп, кто глупо умирает. В том, чтобы изображать из себя дурака, есть свои плюсы и минусы. Но все решения имеют последствия. Если не ведение блага, то что можно сказать о глупости? Ага. Понял. Вниз по кроличьей норе я хочу поиграть, нечто играет с вами. Возможно, отправившись по неизведанному пути, вы сможете изменить ход событий. Помните, что даже незначительные, на первый взгляд, находки вполне могут стать вашей последней надеждой на выживание. Ну, кажется, все-таки стоило взять этого кролика, судя по описанию. Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... Она пока еще думает, кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки, что с них взять?
Мне бы со сборами помощь пригодилась, рук не хватает. Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон, сунул ключи в карман, пришел в офис. Там, где оставил. Ага. Ну, пойдем. Дверь, которая могла спасти. Нет, вряд ли. Но это не точно. Вообще играть в эту игру спустя почти уже неделю ехать после релиза довольно только странно. Нормально. Как все уже попроходили, посмотрели. Многие. Стоп, а как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. Надо было выключить его перед тем, как сдал, Дилан. Это же правило, нуб. Я стараюсь не жить прошлым. Да. Как раз пора подумать о будущем, сесть в фургон и поехать домой. Все, погнали. В чем там дело? Блин, не знаю, кажется, что-то с двигателем, мистер Хэ. Это я вижу. Да вообще полный капут. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. А может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь. Слышь, ты чё? Хватит, прекратите оба. Чёрт, давай, эй, давай. Полегче. Тише, ну тише, блин. Черт! Разве я не говорил вам все проверить? Ну да, и тогда все работало. Как видишь, тогда работало, а сейчас не работает, правда? Черт! Он типа не доверился этому парню. Ладно. Ничего страшного, просто проведем тут лишнюю ночь. Нет! Нет! Все, стой! Дай подумать. С ливень пошел. А сегодня тоже дождики. Я сегодня тоже ладно ходил такой. Черт. Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. Да. Ладно. Эй, Райан, подойди-ка сюда. Убедись, что ночью все будут сидеть в коттедже, запри двери. Никто не входит и не выходит, ясно? Никто. Ладно. Я вернусь утром. Это же подростки, главное, как ты их запрешь в коттедже? Не выходил. Они пойдут там, я не знаю, на озеро плавать там. Найдут какое-нибудь пиво в холодильнике. Ну, я не уверенно бы ответил. Стоп, нам надо сидеть внутри до завтра? Зачем? А вы куда? Райан, просто поверь мне. Как я верю тебе. Что скажешь? Запри двери! И ради бога, не гомоните вы там! Ты не можешь их увезти на своей машине? Я понимаю, она недостаточно большая. Так, и что это было? Он сказал сидеть в доме и не выходить до утра. Это прикол такой? Эмма! Это прикол такой? И что нам делать? Ну, надо сделать, как он сказал. Мы можем пойти в дом до утра. Да. Или можем сделать кое-что другое. О, Крис, это вот чел, который... Вот этот? А, нет, Крис, это Си, этот...
короче, их этот мистер Х. Давай настойчивость. Нет, нет, нет. Не-не-не. Нам правда будет лучше послушать Криса. Все, отлично. Конечно. Да какая разница, что сказал Крис? Он больше не наш босс. Вечеринка. Кому? Я же говорил. Похоже, звезды нам благоволят. Пойду там на озере травку. Ладно, ладно. Последняя эпичнейшая тусовка у костра. О, чувак. Итак, я за. Ник, за. Я за. Дилан за, очевидно. Братан. Кейтлин? Я отвечаю на зов. Так, окей. Эмма, а ты как? Да, я за. Мистер Хэкет настойчиво просил остаться в коттедже. Да он просто напугать нас хотел. Ну, типа как... в идиотских историях Райана. Зачем ему нас пугать? Не знаю, как отвечать этому сложному нику. Наверное, не буду. Цирилла М, привет. Ну, давай попробуем. Уверен, он перестраховался. Так фигня. Вот так, да? Нет, гуляем! Я не это... Дай пять, вот рука, Райан. Ладно. Да! Да! Но я хотел бы заявить для протокола, что это плохая идея. Все будет нормально, поверь. Все будет круто. Так, 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 хайгетеры! Тусовочный комитет, поехали! Так! Ну так хоть повеселее будет. Ник и Эбби... идите за дровами. Подвяжем мнение толпы. Мы с Сэмой пойдем на склад за провизией. Здесь странник Сэм. А ты, Дилан, попробуй зарядить телефоны. Я не знаю, типа... Ну что, погнали! Вечеринка не сосисочная. Ууу, ноу! Етить. Ну, не просто так предупреждал насчет охотников. Это просто Хэкет Квори, ну, типа из локации Карга. Я же не по имени называю, чем Hunting Season 6. Да, здорово. Я надеялась, что ты вернешься ко мне. Да, только карты я так и не нашел свои, бабуль. Давай-ка глянем. Ничего мы не глянем. Ну где же они? Да нету их! Будь внимательнее. Нету! Верни мои карты, и я помогу тебе. В моих краях так заведено. Прошу, ищи. Нету, нету. Тебе пора идти. Еще рано, и луна пока высоко, но время не ждет. История должна быть рассказана. Осторожней. Береги себя. Ну, ищи мои карты. Ну, ладно, сейчас я без карт нормально пройду. Ха-ха-ха.
Так, ладно, сейчас. Ого, мы за нее играть будем. Ща я покушать себе принесу. Первую голову прошли. Ща я верну.